Чемпионат по волейболу среди работников Госкомитета судебных экспертиз проводится уже во второй раз. Центром соревновательной борьбы в этом году стал город над Бугом. Состязание в данном виде спорта среди сотрудников ведомства – часть одной спартакиады, которая включает 6 испытаний служебно-прикладного характера. Посоревноваться в спортивной игре и представить свое управление собрались представители всех областей Беларуси. Команда из Минска и команда Центрального аппарата Комитета судебных экспертиз. Мы позиционируем свой комитет, своих работников с здоровым образом жизни, с спортивным духом, поэтому максимально прикладываем все усилия, чтобы такие мероприятия проводились. Помимо профессиональной деятельности, сотрудники Госкомитета судебных экспертиз совершенствуют физическую подготовку. Свободное от работы время посвящают тренировкам. Результат занятий спортом налицо. Уже в первом поединке команда Гомельской области и ее соперники, участники из Минска, показали жаркую игру. Тем самым дали понять, игры сезона будут насыщенными. Подготовка сотрудников должна проводиться в том аспекте, как и спортивное соревнование, в том числе как бы не только служебная подготовка, но и спортивная. Соревнования. Во-первых, конечно, это укрепляет дух, это укрепляет физическую подготовку сотрудника. Это позволяет людям с различных областей взаимодействовать. И, как уже говорил начальник управления областного по Брестской области, да, это не только позволяет экспертам показать, насколько они являются профессионалами на местах, своей экспертной деятельности, ну и также показать свои спортивные достижения. Участники брестской команды тоже не собираются уступать соперникам. Серебро, завоеванное на соревнованиях в прошлом году, стало стимулом к победе в нынешних соревнованиях. Постараемся в этом году выступить не хуже, тем более выступаем в родных стенах, как говорится, родные стены тоже помогают. Помимо нашей работы, спасибо, что вот у нас есть такая возможность, руководство нам предоставляет возможность заниматься спортом, который помогает развиваться не только физически, но и умственно, потому что волейбол – это умственная игра. Помимо волейбола, спартакиада включает в себя соревнования по шахматам, лыжным гонкам, настольному теннису, футболу, легкоатлетическому кроссу. Организаторы, впрочем, как и сами участники, уверены, спорт – необходимая составляющая профессии.